Во время взлета и посадки теперь можно пользоваться гаджетами, не выключать смартфоны на протяжении всего полета. Своим клиентам разрешила авиакомпания «Россия». Правило касается мобильных телефонов, планшетов, электронных книг и других подобных устройств. Условия использования гаджета – автономный режим и отключение Wi-Fi и Bluetooth. Также на борту некоторых самолетов предлагают беспроводной интернет. В этом случае перед подключением нужно предупредить членов экипажа. При этом продолжает действовать запрет на мобильные, у которых попросту нет авиарежима, а также на пейджер, у кого есть беспроводные наушники и устройства радиосвязи. Россия не единственная компания, которая упростила правила использования гаджетов. До этого такое же решение принял Аэрофлот. Новшество ученые объясняют весьма просто. Дело в том, что у нас, ну, в основном гражданские самолеты производства зарубежных известных компаний. Они уже, между прочим, кое-что сделали, и не в единичных таких экземплярах, а в целом, чтобы в самолете было комфортно не расставаться со своим обожаемым айфоном или HTC, или другими.